с такой агрессией один раз ко мне так подошел, и знаете, что говорит? На данный момент у моего брата большие проблемы. Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас с вами здесь рис отваренный и еще печенка. Рецепт на печенку будет в инфобоксе, и также здесь у нас с вами маслины, помидорчики, огурчики и сок натуральный. Натура называется. В общем, я сегодня встала рано, потому что мне нужно было пойти в банк отправить своему брательнику денежки. Вот. Так как у моего брательника скоро, можно сказать, через где-то 15 дней. Да. Через 15 дней у него днюха. Вот. И самое интересное, что я родилась 11 декабря, а он родился 11 мая. Честно, я никогда не пойму отношения между братом и сестрой, когда люди друг у друга берут в долг брат и сестра, например. Может быть, мы повзрослеем, у нас будут свои семьи. На данный момент у моего брата большие проблемы. И в материальном плане. Короче, во всех планах у него всегда проблемы. Я как сестра, я считаю, что я обязана ему помогать. Вот иногда я вижу братьев и сестер, которые прям мелочатся. Ой, я тебе там, не знаю, 10 тысяч скинул, когда ты мне эти 10 тысяч отдашь? Проблема моего брата заключается в том, что он всегда делает какие-то необдуманные шаги. Например, покупает подержанную машину Audi старую, и детали этой машины стоят дорого, она постоянно ломается, и это постоянно расходы. Зачем тебе старая Audi? Возьми по карману себе, ну поновее, она не будет ломаться. Или хотя бы, когда она будет ломаться, это все не будет так дорого стоить. В каких-то вещах я вообще не понимаю своего брата. Но в любом случае, я ему всегда помогаю. И он мне помогает. Например, вот когда я начала заниматься YouTube, у меня не было ни камеры, ни ноутбука. И мой брат мне отослал деньги, я купила себе и камеру, и ноутбук. Он мне сказал, что я верю в тебя. Тогда у меня было что-то в районе 2000 подписчиков. Но быстро у меня набрались эти 2000. Например, я в сложной ситуации, я учусь в универе, у меня там срезали проблемы, например. Я знаю, что я могу обратиться к брату, он мне поможет, и мне не нужно эти деньги возвращать никогда. Я считаю, что это правильно. В общем, ходила я в банк. И там получается, что внутрь банка никого не пускают, только если ваша очередь пришла, вас зовут, и... То есть ты сидишь вот рядом, например, оператор, здесь никого нету, через оператора они работают, и получается, что банк работает на 50%, а клиентов все столько же, и плюс банк работает до 2. А клиентов много. И мы так долго стояли на улице с мамой и ждали. Вот ровно 2 часа. Мы пришли в 10 и ушли в 12.
И люди все недовольны, все выступают, что вы не можете работать быстрее. И одна женщина, которая тоже стояла у нас в очереди, получается, что у меня номерок, а потом идет она. И она мне говорит: давайте, говорит, поменяемся. Я очень спешу, давайте вы дадите мне свой номер, а я вам свой. И я просто не понимаю наглость человека в том плане, что молодая девушка, то есть, ну, ей лет 30. Ладно бы она беременная была или пожилой человек, я реально бы уступила. Ой, я просто спешу. А я то, что жду 2 часа, ничего страшного с этого. Обычно я уступаю, но я уступаю в том случае, если я вижу, что действительно человек, не знаю, беременна, пожилая, взрослая. Ну, какие-то есть, да, моменты, почему уступить человеку. Вообще, я рис не очень люблю. И это говорит человек, который обожает роллы. Да-да-да, вы не ослышались. Когда рис в роллах, это как будто другой рис. Он намного вкуснее. И вот это сочетание продуктов, а когда это в виде аши, как у нас это в Азербайджане называется, да? Я не очень люблю. Будем надеяться, что как можно быстрее этот карантин закончится, потому что уже надоело, честно, сидеть дома. Ничего не купишь себе. И давайте поотвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задавали в Инстаграме. Я сделала скрин, и вот уже на протяжении, наверное, где-то недели стараюсь отвечать на все вопросы. Когда будут влоги? Очень нравятся твои влоги. Я снимала и вчера влог, и сегодня. И вы знаете, у меня такие кусочки прям вообще совершенно неинтересные. То есть чуть-чуть отсюда, чуть-чуть оттуда. То есть нету полноценного дня. Я даже не знаю, склеивать это и показывать или нет. Я думаю, что, скорее всего, просто удалю это все. У меня сегодня такое странное состояние. Мне прям хочется лежать, кушать, лежать. То есть я могу, в принципе, мукбанг снять, но просто монтировать мне вообще неохота. Покушать, да. Следующий вопрос. Твой парень тебе что-то запрещает? Последний раз, когда мой парень мне что-то предъявлял, это было вчера. Он посмотрел мой влог и... Там я в супермаркете, без перчаток, все беру в руки, потом обратно кладу на место. И он меня начал предъявлять за это, что это не гигиенично, то есть сейчас коронавирус гуляет и все такое, это опасно. Начал вводить примеры. Знаете, у него такой странный характер, он может просто на пустом месте начать предъявлять за какую-то фигню. А какие-то вещи, которые все считают ненормальными, о, ты что делаешь? Он к этому нормально относится. Девчонка обалденная. Вот интересный вопрос. Продолжу свой мукбанг на лезгинском языке. Это мой родной язык. Давайте продолжим. Занизает отсюда на фунезу. Чеголаз люкезу. Суль имбири монтажир валя. И ютуб дезигер валя за. Порода глухиарьям. Что с Ганди? Гандишня он дозвонил, да. Я лезгинский язык знаю.
Знаю хорошо, знаю с детства. Даже мой брат знает лезгинский язык. Я даже хочу, чтобы мои дети тоже знали лезгинский. Хоть этот язык нигде не нужен, но все равно... Такие вот дела. Продолжить на лезгинском? Вкуснотища. Я помню, что когда я училась в России, у нас была соседка, девочка-азербайджанка. У нее был двоюродный брат, за которого ее хотели выдать. Ну, в общем, этот брат каждый раз приходил к нам в школу, когда меня спрашивал, а где Чинары? И он так плохо говорил на русском, потому что он недавно прям приехал из Азербайджана. Ну, сразу видно, это, знаете, это контингент где-то из деревень. И он всегда видел меня за 100 метров и начинал на азербайджанском кричать мне, что... Не знаю, я не понимала. В то время я вообще не знала азербайджанский. Я выучила азербайджанский, когда я переехала уже сюда. А до этого я его не знала. А он считал, что... Ну, типа, я лезгинка, я должна знать. Но у меня другой язык, у меня другая нация. Ну и что? То есть, почему я обязана знать азербайджанский? Ты мне не дошла. Он с такой агрессией один раз ко мне так подошел. И знаете, что говорит? Ты что делаешь? Ведь ты, типа, не понимаешь то, что я тебе говорю? Я говорю, я реально не понимаю. Я другой нации, у нас есть свой язык. Вы понимаете мой язык? Это вообще неадекват был, ужас. Нет, говорит, ты просто, говорит, перед русскими, типа, тебе стыдно говорить на своем родном языке. Я говорю, алло, это не мой родной язык, у меня есть другой язык родной. Откуда я могу знать азербайджанский, если в семье мы говорили на лезгинском, и я живу в России, в школе у меня русский. Откуда я могу знать твой родной язык? То есть неадекватные люди везде есть. Такой чокнутый был вообще. Эта девочка Чинара, она училась со мной в одном классе. Ее папа хотел ее выдать за этого парня. Но он вообще идиот был. Так агрессировал, чуть что не скажешь. Все, ты такая, ты сякая. Ты вообще кто такой, чтобы мне что-то говорить? Вот такие вот дела, короче. Причем двоюродный брат. У меня настолько страх был перед ним. Знаете, у него не было такого, что... Ну, расстояние, даже если язык я знаю. Чего ты мне кричишь за 100 метров там? Культуры вообще ноль было у этого парня. Мы учились там где-то в 7 классе. Он приходил вот этой своей двоюродной сестре. Ты что одела эти брюки? Ты что одела эту кофту? Быстро домой, я сказал. Чтобы я не видела, что ты одеваешь брюки. И такое ощущение, что, слушай, ты в каменном веке. Я, с одной стороны, понимаю некоторых русских. Они думают, что в Азербайджане все такие. На самом деле нет. Есть какой-то контингент именно отсталых людей где-то там далеко в деревнях, где-то в горах. Но большинство людей... Именно в Баку. Это очень... Ой, Господи. Это очень современные люди. И когда однажды папа сказал, что мы переезжаем в Азербайджан, у меня было такое странное непонимание, так можно сказать. Я думала, что все такие, как он. Я даже не помню, как его звали. То есть в Азербайджане я увидела, что таких, как он, здесь нету. И слава Богу.
В общем, я нажралась, хотя было немного, но я была, если честно, сытая. Не знаю, буду ли я сейчас монтировать и выкладывать для вас это видео, или пойду лежать, смотреть какие-то передачи в YouTube. Если вы тоже кушаете, желаю вам приятного аппетита, удачного дня, всем пока.